Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Dark Souls 2 на PlayStation 3. Напоминаю, что это наше второе прохождение, прохождение за магом. Оно довольно-таки ускоренное. В прошлой серии мы убили сразу двух боссов, это древнего драконоборца и драконьего всадника. Я сейчас за кадром потратил наши души, которые были накоплены, там была 21 тысяча душ, я просто поднял несколько уровней. Так, ну что, пойдем теперь дальше, где мы еще не были. Так, я думаю, для начала возьмем меч. Сейчас здесь все обыщем. Самая главная проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие заклинаний. Я, возможно, где-то их упускаю. Но все-таки. Так, что тут у нас лежит? Монастырский талисман. Нафиг мне не сплющился. Осторожный предмет. Здесь у нас... В данный момент мы направляемся на локацию. Какая-то пристань она там идет. Так, здорово. Угу. Тихо. Тихо. Ага. Тебя убили? Ты. Иди сюда. Иди, не стесняйся. Заклинанием здесь у вас явно неудобно бить. Да и сопротивления у вас слишком много к ним. Так. Оп. Так вот, на локация, на которую мы идем. Это какая-то пристань. Я не помню какая, то ли проклятая, то ли еще какая-то. Вот. Локация довольно будет тяжелая. Так, не показалось или я кого-то слышал? Да нет, кого-то слышал. Ух, сколько здесь всего валяется-то, а? Темные филюли, человеческая фигурка, душа гордого рыцаря, старая алебарда рыцаря. Ну, это нам все ни к чему. Ну, кроме души, конечно же. Темными пилюлями я вообще ни разу не пользовался, хотя чувствую, но сильно сложиться, наверное, придется. Здорово. Оп. Второго удара подальше отходите, потому что он довольно размашистый. Старый доспех рыцаря. Это все не на нас. Так, нам туда. Ну давайте здесь заглянем, что у нас тут. Тут у нас, как ни странно, ничего. Неужели даже не скрыт ни иллюзорной стены? Это тоже странно. Странный такой закуток. Я вот не верю в такие закутки на самом деле. Ну да ладно. Так, ты. Выходи сюда. Угу. Меч довольно сильно ломается, если об стену задевать. Ну, вроде пока что есть чем бить. Это хорошо. Так. Здесь у нас лифт. Главное ничего не упустить. Очень хочется какую-нибудь новую сильную заклинашку, потому что за отсутствие заклинаний я превращаюсь, блин, в ближника. Заклинания бьют по 80. Я, конечно, да, у меня их целых 62. Души в общей сложности, потому что у меня двойное заклинание сейчас стоит. Но когда урон идет по 80, это немножко напрягает и делает немножко полезным это все дело. Так, тут что у нас, иллюзорная стена или опять? Конечно, да, опять. Вот людям весело вот это делать, я не понимаю.
Так, тут у нас вода. Здесь у нас ничего такого нету. Бесцельность, бесцельность. Мы здесь не можем так быстро передвигаться, так что очень с рыцарями аккуратно. Да, вон он там опять стоит. Ты. Сюда его. Тихо, 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 тихо. Неудачно я к нему становлюсь. Раз, два, три, четвертого не будет. Ничего не выпало? Нет. Так, насколько я помню, там у нас пошел проход к костру. Здесь у нас опять странный тупик. Проверим на иллюзорную стену. Нету. Пол меча уже раздолбали. А, здесь у нас будут какие-то тяжелые доспехи наверху. Но могут лежать какие-нибудь заклинашки. Давайте на всякий случай проверим. Так, тут никого? Никого? Да вроде бы нет. Хорошо. Сундук. Да, тут доспехи рыцаря. Они нам ни к чему. Не на наш класс. С этой стороны у нас, по-моему, все заколочено. Да, тут не пройти. Возвращаемся назад. И у нас прям остается прямой путь на пристань. Пристань реально тяжелая локация. Там есть один секрет, который очень сильно облегчит нам жизнь. Я его покажу, как только увижу. Уж не знаю, по зубам ли она мне будет. Тут сейчас мы должны встретить. Так, надо ничего не призывать. Ничего не призывать. Надо внимательнее по углам смотреть. О, дрова. Костер есть. Давай с ней болтаем. Со всеми лучше болтать до конца. Угу, понятно. Да позовем, ты не переживай. Так, ладно, что костер есть, есть. Все. Надо все-таки возле него остановиться, у нас меч сейчас раздолбается. Знак призыва, кого-то призвать. Да это какой-то. Нафиг ты мне сдался. Так, сразу сейчас будут лучники. Да, вот она, пристань. Я тебя помню. Так. Идем сюда. Здесь надо быть очень аккуратным. Очень много ловушек. Так, третий будет, нет? Метательный нож. Пока нет. Ладно. Но зато здесь много разного полезного лежит. Сундук. Сколько титанита. Но это всегда пригодится. Так, метатель.
Душа гордого рыцаря. Промахнулся. Отойдем от лучника. Да что ж ты, ты что делаешь? Так, подпитаемся. Бьют они довольно больно. И это неприятно. Аптечек у нас немного. Так, стрелы я купил, но не поставил. Начнем с деревянных. Нет, начнем с железных стрел. Деревянные будем пользоваться на крайний случай. Так, где ты, где ты, где ты? Ну, выйди за столба, это недолго тебе так выцеливать. Ладно. Давайте хотя бы этого, что ли, выманим сюда. Да что я сегодня какой-то кривой. Однако, стрелы, конечно, в них втыкаются как в сладко. Угу, есть такое дело. Так, душу получили. Здесь у нас ничего такого полезного не лежит. Здесь вот внизу сейчас только надо подобрать, что там. Большая душа мертвеца, самоцвет жизни. Так. Туда нам, к сожалению, пройти. Там, кстати, по-моему, маг сидит. Или учитель магов. Но это придется здесь вот это все сейчас обойти. Кстати, обратите внимание вон на тот огромный светильник. Это и есть небольшой такой. Так, одновременно с тремя я драться не хочу. Я уже прекрасно помню, сколько их здесь. Тихо, 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 тихо. Пошли дальше. Так, вот здесь надо быть очень аккуратным. Здесь новые твари, они очень и очень опасны, вы не представляете насколько. Сейчас увидите почему. Они, у них одна слабость, они не идут на свет. Обыщем теперь здесь. Железная стрела, 10 штук. Неплохо. Пригодится всегда. Здесь ничего нет. Туда нам еще пока не добраться. Нам нужно туда наверх. Сейчас сначала здесь все обыщем хорошенечко. Так, что тут? Темная смола. Темная смола — это вещь хорошая. Все равно каким-то получается как ближником, что ли, играет, черт кто знает. Так, что у нас тут? Ничего. Скоро начнутся собаки. Надо быть аккуратным. Так, что тут? Куда я спрыгну? А, да я ж тут был. Торможу. Так. Давайте здесь зачистим. Вот этот вот будет очень сильно напрягать, поверьте. Так, отбегаем. Аптечек мало, поэтому будем экономить.
Так, от лучника мы избавились. Это хорошо, один геморрой меньше. Ты. Подлечился еще. Псина. Псины слабые, но резкие. Там еще один лучник, он наверху. Что я не то? Что-то нажал. Ну иди сюда. Выйди. Выгляни. Да что, куда ты пошел, а? Есть. Прям в лоб ему. Выйдешь, нет? Стесняется. Угу, успели. Так. Собственно говоря, вот это небольшой наш секрет. У нас есть один камень Фароса. Его здесь обязательно надо применить. Очень, очень здесь облегчит нам жизнь. Сейчас узнаете, услышите почему. Слышите эти звуки? Это вон наверху твари, которые... Их там очень много. А так они все сейчас просто заныкаются. Куда-нибудь очень глубоко. Так. Здесь, к сожалению, не пройти. Здесь уже было бы к боссу, мы прошли. Но... Давайте здесь теперь зачистим. Спят ребятки. Тихонечко подойдем, чтобы не будить. Тихо, 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 тихо. Уходим. Тихо, тихо, тихо. Где выход? Выход. Попкой, попкой, выход, попкой. Пьем. Вы видели? За одну серийку чуть не сдули меня. Благо, сопротивления к заклинаниям у вас нету вообще. Будем знать. Так, делаем обыск. Обыск по-шустрому. Так, топор бандита, капюшон разбойника, все на разбойника. Нам это не нужно. Здесь бывает за шкафами скрытые комнаты. Ты чё? Съешь. И отвали от меня. Чё с ним там не выпало? Да вроде бы нет. Так, сундук. Порошок для починки, осколок титания, там вещи полезные. И это хорошо. Дальше пошли. Так, тут какой-то стесняшка был. А, мы его убили уже. Это тоже хорошо. Тут меч вагарианца. Так, вот здесь открывается только с той стороны. Это такое сокращение. Мы откроем потом. Так, давайте поглядим на меч вегетарианца. Или как его там. А, вон он был наверху. Носить мы его не можем, хоть несмотря на то, что он помощнее. Так, спускаемся обратно. Да, не ладно, не самый аккуратный был спуск. Вообще нам нужно пойти немножко в другую сторону, но здесь... Какие-то полезные вещи были. По-моему, даже кольцо какое-то было. Угу. А, вот здесь, по-моему, кольцо. Кольцо защиты жизни. Очень хорошее кольцо. Очень-очень. Так, 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 так. Здесь ты.
Стрелочек полно. Имеется в виду заклинаний. Оп. Поэтому их жалеть не будем. Быстрее просто пройдем все это дело. Так, что здесь наверху? Так, не может быть, чтобы ничего не было. Может быть, здесь какая-то иллюзорная стена или что-то типа того. Это сообщение тупик. Ну, спасибо. Так. Пошли теперь здесь. Здесь должна быть псина. Вон она. Блин, напугал меня призрак. Здесь ничего такого. Наверх не подняться. Стен других нету. Окей. Так. Вот здесь начинается очень и очень интересное. Вон, видите, те твари не могут подойти. Так бы они здесь сейчас были. Их можно аккуратненько сейчас, мне кажется, расстрелять. А можно вообще оббежать? Собственно говоря, зачем вообще их убивать? Там он наверху стоит торговец. Точнее, торговец, который покупает все ненужное. Мы отсюда сейчас их постреляем. Они сюда не выйдут. Они слишком боятся света. А вот в темноте с ними драться довольно проблемно. Угу. Так. О, силовая волна. Есть заклинание. Это хорошо. Так, ты. Ага. Думаешь, я к тебе так просто взял, подошел? Обойдешься. Греб. Длинный меч. Рваная куртка. Так. Мне вот, чтобы зажечь факел, больше сейчас ничего такого нету, к сожалению. Пройти туда, не пройти, там сразу вывалится целая куча этих тварей. Вон, видали, что творят? Давайте вообще стрелу потратим туда. На кой мы их купали? Ну, давай, давай. Стрел много. Не хочет, конечно, прям железные стрелы на них тратить. Давайте, кстати, действительно, наверное, поменяем стрелы. На деревянные. Урона меньше наносит, но они очень дешевые, их много. Обойдешься. Да, это время занимает, конечно, но... Там, по-моему, может... Вон еще один наверху, я его вижу. Рваный тканый капюшон. Уроды. Они напоминают мне тварей из последнего фильма «Риддик», которые под водой были. Хотя здесь будут реально похожие на них.
всем навтыкали. Да, навтыкали. Пошли сюда. А, еще одна такая тварь. А, я забыл. А. Вот ловушки на каждом саду. Они не пускают к этому торговцу. Не то, чтобы на этом торговце можно много денег заработать на сдаче барахла. Умрешь ты сегодня или нет, а? Надо надеть кольцо защиты жизни. У меня слишком много душ, я не хочу их терять. Как минимум на 3 уровня. Есть. Так, давайте оденем сразу его. Снимем кольцо клинков. Если мы умрем, кольцо сломается, но жизни мы не потеряем. Это очень хорошо. Здесь, надеюсь, уже никого не будет. Да, торговец. Пара сундуков. Так. Ты. Вот тот сундук, кстати, с ловушкой. Но в нем, по-моему, тоже что-то лежит. Двуручный меч. Сразу сейчас отпрыгиваем в сторону. Угу. Серебряный талисман. Так. Купить. Давайте сначала посмотрим, что он продает. Кольцо гигантов увеличит баланс. Отравленные стрелы. Заклинание, к сожалению, не продает. Вот отравленные стрелы я бы купил, на самом деле, у него. 1200 душ, это не так много. Ядовитый мох тоже пригодился бы. Хотя бы, наверное, парочку возьму. Ну, вот еще души потратились. Так, продать. Что он у нас купит? Ну, вот такие вещи, которые мы получили бонусом, ему нафиг не нужны. Угу. Продать. Двуручный великий меч, конечно, ничего не нужно. Я скажу, что здесь мне вообще что-то остальное нужно. Всякие целые куча доспехов, за них за все дают только копейки. Все. Так, спрыгиваем тут, идем дальше. Собственно говоря, до конца локации осталось не так много, но не сказать, что мы прошли самое легкое. Очень много тяжелого еще впереди будет. Так. О. Берегитесь вот этих вот уродов. Они кидаются. Он кидается банками с маслом. Соответственно, следующая огненная стрела, которая вас попадет, вас просто убивает. Это такая подстава. Так, нам наверх. Осталось две аптечки. Аккуратно очень с ними, очень аккуратно. Те еще вредители. Так, сюда, сюда. Так, нам нужно вот это, за этот рычаг потянуть. Сейчас мы дадим сигнал кораблю. Который сюда подплывет, и мы сможем с пристани на него теперь заходить. Но опять же, видите, там внизу все перекрыто, и нам нужно открыть небольшое сокращение, которое там было. Помните, я говорил, закрытая дверь? Потому что на случай, если мы сейчас с первого раза не дойдем до босса и не убьем его, то боюсь, что придется вот это все проходить заново. А это, поверьте мне, не фонтан. Ладно. Что тут? Косточка возвращения и самоцвета жизни. Нет, косточками возвращения пользоваться сейчас нельзя. Сюда. Так, тут у нас
А, тут у нас эти чертовы твари сейчас будут опять. Можно, конечно, здесь прыгнуть. Но нет. Огненные стрелы 10 штук получили. Да, вот таким образом я буду очень долго ковырять его. У меня тут были огненные бомбы. Ну да, так это я в него и попал. Ну ладно, этого мы уже так как-нибудь сейчас заковыряем. Он сюда все равно пройти не может. Благо. Но огненные стрелы у них очень много урона отнимает. Чё ж такой толстый-то? Это я в остальных столько стрел не тратил. Ну, давайте сейчас оденем огненные стрелы. Я вам покажу, насколько они мощнее, видите? Он просто туда даже не дошел до нас. Так. Возвращаем обратно деревянные. Берем меч. Теперь сюда. Надеюсь, тут без сюрпризов. Так, с лука можно туда пострелять, но немножко бессмысленно будет. Так, здесь лучников вроде бы больше не наблюдается. Хотя раньше были. Ага, внизу твари, слышите, есть еще вон. Мы их просто обойдем, мы их бить даже не будем. Но нам сначала нужно открыть сокращение. Вот здесь. Это обязательное условие. Так, тут. Скрытая стена. Прекрасно. Пару ящиков. Огненные бомбы 3 штуки. Всегда нужны. Да и на боссе могут пригодиться. Большой осколок титанита, конечно же, тоже нужен. Следующий. Есть? Нет, нет, никого, смотри-ка. Можно даже помощь призвать. Кто тут? О, походу тот самый рыцарь, что ли. Ну ладно, давайте откроем наше сокращение на будущее. Две фляги осталось. Вот. Вообще-то должно было что-то лежать, но почему-то этого нету. Дать мы все-таки играем немножко на усиленной сложности. Ну да ладно. Так. Тут у нас эти твари. Ну, они загнались тоже в тень. Трогать мы их не будем. Так, давайте подберем, что у нас тут. Самоцвет жизни. Вот этот притворяется, насколько я помню. Угу. Здесь на нас потом еще сюрпризы полезут. Вон они там внизу. Попаду, не попаду. Попал. Здесь еще один. Попал. Они однажды меня убили. Я запомнил на всю жизнь, что они тут. Так. Пойдемте к тому. Ты вроде бы тренер. Сейчас посмотрим, скажет, не скажет что-нибудь мне. Привет. Я Кириллиан. Кириллиан of the
Пламя мира пиромантии. У него посох колдуна есть. Ну, по-моему, такой же, как у меня. Пара колец. Повышает магическую защиту и ускоряет использование заклинаний. Неплохо. Янтарная трава. Сумеречная трава. И филиам простака. Эх, у него заклинание. Ура! Дамы и господи, я сорвал джекпот. Наконец-то. Большая стрела души. Тяжелая. Большая тяжелая. Ударная волна. Залп в купиме души. Волшебное оружие. И стремление. Что стремление? Создает подобие души шар, который служит для отвлечения врагов, приманивая их к себе. Так, залп копиями, выпускает залп копий души. Несколько копий наносит врагу значительный урон. Хм. Здорово. Я бы эти заклинания все попробовал. Ударная волна не наносит урон, но сбивает врагов с ног. Так. Это у нас 31. Это 15 использований. 21. И 10 большая тяжелая. Можно, кстати, ее взять и беречь. 4500 стоит. Обязательно давайте ее купим. Сейчас потратим все души. Но я на такие вещи я не пожалею. Тяжелая душа. Так, просто есть большая стрела. Угу. Тоже возьмем. Души кончились, но это не беда. Души есть откуда взять, не переживайте, ребят, не переживайте. Угу. Вот так вот. Еще 7000. Усилить пламя пиромантии. Нечего усиливать, я не пиромант. Ускоряет использование заклинаний. В принципе, неплохо. Купить такое колечко. Но в первую очередь покупаем заклинания. Так, залп копьями. Три залпа всего, правда, можно сделать, к сожалению. Ударные волны тоже можно три раза использовать. Купить, не купить. Давайте купим. Все-таки иначе зачем мы тут пришли и заклинания учим. Волшебное оружие тоже хочу. Черт тогда с тем кольцом. Потом как-нибудь придем. Хотя может, конечно, сейчас еще поубивать всяких разных. Тут надо-то 2000. Как же здорово. Я абсолютно рад, что я сюда пришел. Очень-очень рад. Так. Там тоже нужно кого-то поубивать. Ладно, давайте сначала попробуем тем навтыкать. Здесь никто за спиной не идет. Так. Вот здесь будет такая небольшая засада. Надо здесь быть очень-очень аккуратным. Прибежит толпа сейчас неизвестно откуда. Ты. Ой. О, уже бегут. Бегут, бегут, бегут. Тихо, 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 ребят, 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 вы чё, вы чё, вы чё, вы чё, вы чё? Назад, 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 назад. Пьем. Я же говорил, здесь засада. Здесь засада. Фу. Блин, не хочется на них тратить души. Очень-очень не хочется. Но, походу, выбора особого не будет. Так, на секундочку прервемся. Так, продолжаем. Секундное отвлечение было. Здесь у нас лучник. Блин, придется стрелы все-таки помощнее поставить, потому что...
Этими стрелами я реально буду полгода их ковырять. Деревянные стрелы все-таки вообще ни о чем. Хотя бы железные поставить. Так. Сейчас. Блин, я не знаю, с какой стороны начать. Так, чтобы меня сейчас здесь не грохнули. Есть. Че, бегут уже? Не бегут? Он не свалится ведь еще. Есть. Ставим обратно заклинание. На всякий случай. Бомбы нет, лучше приберечь. Так. Где? Где? Вон там он ходит. Давайте сейчас все обыщем. Хорошенько все обыщем. Ну, иди сюда. Те. Сюда. И что ты? Ну вот, и взял меня еще маслом облил для полного комплекта. Спасибо тебе большое. Родный человек. Так, ну, собственно говоря, что? У нас остался босс. Давайте сейчас спустимся туда. Я не знаю, получится ли у меня убить его с первого раза. Очень не хочется сюда повторно бежать. Босс часовой. Гибкий часовой, по-моему, будет. Так, ну что, давайте все подготовим, все как надо из предметов. Самоцвет есть. Небесное благословение одно. Гранаты у меня только такие. Можно, в принципе, темную смолу еще использовать разочек. Так. Будем пытаться сейчас расстреливать сначала заклинашками, а потом уже будем смотреть, наверное, по обстоятельствам. Так, ну что, пошли. Не хочется умирать, но как получится. Тихо. Будем кружить его. Что еще делать? Заклинаний не так много. Тихо. Еще круг течения вешать. Смотри, а? Главное не жадничать. Дождемся, пока он сделает вот эти вот выпады свои. И атакуем. Ну давай. Давай, иди сюда. Ну, ты будешь сегодня атаковать? Ух, какой ты резкий. Есть. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Вот упал бы, было бы больно. Да, урон на заклинашке наносит немного, но урон по нему проходит, это уже хорошо. Хоть какой-то. Только у меня осталось всего 5 стрел души. И я снял ему примерно половину жизни. 2 штуки осталось. Потом гранатку мы покидаемся, а дальше будем вблизи бить. И последний остался. Ой-ой-ой, не-не-не, лучше сейчас не применять. Тихо. Так. Меняем оружие. Меняем.
Ой-ой-ой, как неудачно. Ой, как неудачно. Надо сейчас подлечиться обязательно. Вот, теперь будем использовать бомбы. Так. Так-так-так. Тихо. Ну, бомбы не так много снимают, как хотелось бы, конечно. Но все-таки. Главное, чтобы он вторым ударом не дотягивался. Теперь мечом будем бить. Что ты делаешь? Ты что-то такое странное творишь. Ой-ой-ой-ой. Да, я не самый лучший противник. Или с лука его расстрелять лучше. Блин, с лука. Это реально опасно. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ой, как я зря. Сейчас надо подлечиться в баню, в баню. Нет, нет. Лечимся. Нет. Только не убивай. Ты зараза. Ляха ты за ногу, а? Иди сюда. Как вы смогли догадаться, я второй раз сюда прибежал. На этот раз я задуплился заклинашками, которые выучил у того тренера. И у меня три разные заклинашки. Простые стрелы, сильные и слабые. Я имею в виду стрелы души, конечно же. И кольцо я у него купил. Так, тихо-тихо-тихо, мы так близко не будем тебя. Умри ты уже. Так. Ну вот, собственно говоря, и все. Мы убили этого гибкого часового. Первый раз тоже могли бы убить. Но по своей же глупости. Как всегда. Так. Получили 20 тысяч душ. Уже серия довольно-таки затянулась. Давайте посмотрим по шрюку, что у нас тут. Вот теперь я чувствую себя магом. Что есть различные заклинашки. О, пиромантическое пламя и огненный шар. Клево, мы наконец-то можем усиливать пиромантию. И можем отправить корабль в другое место. А в какое мы его отправим, это вы узнаете уже в следующей серии. Спасибо, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте, всем спасибо, всем пока.